В Угледаре, в Донецкой области, не осталось ни одного уцелевшего дома. Город каждый день обстреливают российские войска. Выходить на улицу опасно, говорят украинские полицейские. В Угледаре сейчас остается менее 1000 жителей. Они медлят с эвакуацией или вовсе отказываются покидать город. Что я тебе обещал? Мороженое, ты будешь мороженое? Принеси мне мороженое. Дайте Андрей, там мороженое будет. Все твое. По-своему. Только ты кушай в тепле, хорошо? Оно с шоколадками. В тепле это значит в подвале, хотя там сыро и холодно. Девочка живет тут со своей мамой. Женщина недавно сломала руку. Говорит, упала в темноте. Полицейские экипажа «Белый ангел» хорошо знают эту семью. Уже не первый раз уговаривают выехать из Угледара. Уговаривали маму с ребенком, которого вы видели, выехать. Пообещали через несколько дней приехать и забрать. В полностью обесточенном городе осталось около 700 человек. Тут до сих пор живут многодетные семьи, рассказывают правоохранители. Это люди, которые категорически отказываются эвакуироваться. Город обстреливается ежедневно. Бывают интенсивные обстрелы, бывают периодические. Сейчас почти все жилые дома в городе повреждены. Стреляют с такой силой в Угледаре, что когда ты находишься в подвале, то в подвале просто все трясется. Падают чашки. Так это ж в подвале. На улице вы слышите очень громко. Я не понимаю, как тут остаются люди. Это очень страшно тут жить. Чтобы помочь им выжить, полицейские привозят гуманитарку и в который раз обходят все подвалы, дома, где укрываются от обстрелов жители Угледара. Снова и снова уговаривают людей выехать из зоны боевых действий. Вас и ваших людей мы эвакуируем 100%. Вот даже это не оговаривается, чтобы вы понимали. Просто сейчас я хочу вас подготовить именно к выезду. Вы поймите, условия детей не те, которых должны быть вот на сегодняшний день. Мы вас отвезем в первую очередь, это в больницу. Мы проведем медицинское обследование детей. Это в первую очередь. И предоставляем вам в другой области жилье. Жилье, условия хорошие. Люди пожилые уже. Честно, уже такого не заработаем. Зато живы. Живы. Все. В этот раз согласились эвакуироваться пенсионеры Михаил и Ольга. Теперь чувствуете, что хоть приедете на мирную территорию, сможете жить нормально? Не знаю. Еще не верите. Согласилась на выезд из разрушенного города и семья с двумя детьми. Полицейские экипажа «Белый ангел» вернутся в Угледар спустя несколько дней с продуктами и водой. И опять будут говорить с отчаявшимися людьми, успокаивать их и спасать. 54 прилета. 10 месяцев. А вы как посчитали? Считаю каждый день. Скорее бы уже мир настал. Вот это самое было лучше.